И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк. Пика, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Давно у нас не было VR в Garry's Mod, и мы решили записать обзор на монстров Poppy Playtime с части 3 в VR. Это будет очень круто, и надеюсь, вам понравится. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас CatNap. Давайте будем рассматривать, потому что когда мы играли не в VR, это было незаметно. Смотрите, как классно у него медальон шатается. Вот это детализация. Теперь видно, что это ткань. Я могу теперь это все рассмотреть, даже пройти у него между ног могу пройти. Нет, не могу. А я могу его взять? Не могу. Вот это он гигантский. Ну, сделано офигенно, как для Garry's Mod, очень качественная картинка, скажу сразу вам. Я даже вижу нитки там. А ну, постой. Как сшито все. Кстати, у тебя змейка посередине? Да, это змейка у него получается. Да. Офигенно сделано. Хвост так на жопе пришит. Смотрите, как колбаса у него закручена сзади. Я прям в хвосте, ребята, стою. Офигенно сделано. А ну походи, я хочу посмотреть эту анимацию. Блин, он просто гигантский. Он по сравнению со мной как в 2 раза выше меня. Ого, ты так быстро бегать разве? А я не знал, что они так быстро бегают. А это может обновление вышло на них? Да, кстати, ребята, мы как раз записываем обновленный этот мод, потому что его сегодня утром обновили. Когда зашел в Garry's Mod, у меня было написано обновление Poppy Playtime. Ты мега быстро, ну пробеги возле меня, я хочу оценить эту скорость. Вот это же, а как от него убегать? Кстати, наверное, ребята и добавили новые скримеры. А ну-ка, давай мочи меня. Блин, я уже боюсь, стой, псих! Ладно, мочи. Ай, это было больно. Если честно, в VR это воспринимается настолько стрёмно. Хорошо, кто у нас там следующий монстр? CatNap, только уже из кошмара. О, блин, они реально допиленные. Смотрите, какие у него костлявые ноги. Классно, что можно вот так прям в Garry's Mod это все сесть и в VR и потрогать. Я вижу, насколько у тебя ногти острые. У тебя тоже... А, у тебя на шее уже не змейка, а просто штуковина-то висит. Хочется ее так, знаете, взять рукой и так за шею подергать, сказать, слышь ты, страшная ты морда. Офигеть, ребята, надеюсь, вы поддержите лайкосиком, подпиской и залетайте в мой инстаграм. Я в инстаграме начал вести личный блог. Вы можете посмотреть, я живу вне ютуба. Буду всех ждать. И в дискорд обязательно. О, я могу прямо вот так пройти. Не, не могу между ног пройти. Давайте еще посмотрим со стороны. Но это уже больше похоже не на игрушку какую-то, а прям на настоящего монстра. Но это же его глюки, да, когда он ловит, этот монстр появляется. На самом деле это обычный котяра. Вот это челюха у тебя, нифига себе. А ну побегай, давай посмотрим, может он тоже быстро стал бегать? Не, он так же самый медленно бегает, как и обычно. Давай, 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 мой маленький, ты мой хорошенький. Да, видите, это глюки, мне написали, что так и должно быть. Я думал, что это неправильно, так и должно. Ого, я кричу. Так, кто у нас там следующий? Dog Day. О, давай Dog Day. О, ну дай я посмотрю, как у него со спины, потому что мы когда играли, я хотел всегда посмотреть, как у него здесь сделано. Кожаный пояс такой классный у тебя. Сразу видно, игрушку просто разорвали. Смотрите, даже видно нитки, как вот идут у него. Блин, смотрите, здесь у него какие-то... А что, это пояс намотанный? Ну да. Это он прицеплен. О, ты так прикольно разговариваешь. О, дай я его внутри рта посмотрю тебе. Ну, повернись. Это не он разговаривает. А кто это? Это, короче, маленькие монстры у него туда зашли, и он теперь такой. А я знал. Ничего себе рукавички у тебя. Смотрите, какая рука здоровенная. Просто гигантская. А ну-ка, покажи, как ты бегаешь. Смотрите, у него медальон солнышко. Ну да, скорость особо не поменялась у него. Тихо, тихо, псих, успокойся. Ай! Хорош, хорош, я понял. Со стороны прикольно выглядят. Глюки Хаги-Ваги. Классно. Тоже детализация на высшем левеле. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика я буду от них убегать. В VR это будет, конечно, очень эпически и очень страшно. Я выйду сегодня спать очень плохо, мне будет сниться всякая фигня, я уже это чувствую. Смотри, какие у него руки здоровенные. Вы, наверное, просто не видите, да, этот объем весь? А я вижу, насколько это все объемно и круто смотрит. Я прям хочу ему по руке так, эй, дай опять меня. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вам такие обзоры нравятся в VR. И теперь VR будет опять возвращаться на канал, потому что что-то его перестал снимать. Можете написать в комментариях даже, какую рубрику нам с VR снять. Я думаю, это будет интересно. Мне это все сделать. А ну-ка, побегай. Давай посмотрим, как он бегает. Ну, не поменялась скорость. Да, то, у того первого сильно поменялась. Мочи его. А давай меня. Эй! А ну убей, чтобы я по центру стоял. Вот это жесть! Там во рту все мокрое, такая слизь. Ну, короче, слюни. Киси-миси. О, киси-писи. Ой, миси. Так прикольно, смотри, типа, ты украл конфеты? Ну, не, я вроде не брал, это, ну, не я. Кто-то это брал, ну, не я. Классно у него анимация на глазах. Он такой добрый. Это не он. А я знаю, что это она, я знаю. Блин, ну ткань так прикольная. Это как бахрома, да? А это липучки на руках. Кстати, реально можно прям липучки рассмотреть. Я даже не то, что по пояс. Я по колено, понимаете? Я просто по колено. Вот это высокая монстриха. Иси-писи. Добавили скорость или нет? Напишите в комментах. Мне кажется, так и было. Или нет? Ого! Ты на меня наступил, ты аккуратнее, я же новый человек, ты что делаешь? А ну убей его, я хочу посмотреть со стороны анимацию, потом меня замочишь. А, она же добрая, она не убивает. Да, я знал, что она добрая, да. А было бы классно, если бы убивала. Ой-ой-ой. Я ее хотел так рассмотреть. Кстати, теперь мы можем увидеть точно, что это карандаши. Кстати, смотрите, тут прям перемотано веревками. Все детализировано, блин, вот такой цвет. Палец засунуть. Эх, ты какая молодец, какая хорошенькая монстриха. Так, если мы отвернемся, значит она немножко пройдет. Давай. Ой, если я буду стоять прямо, я просто отвернусь. Не, або уходит. Я могу просто отворачиваться. В VR это так работает. Еще отвернись, еще. Ну давай. Отвернитесь. Вот, да. А ну давай на нас иди. Оп, стоять! Я тебя боюсь. Я даже вижу гланду. Смотрите, гланда. Какая гланда у тебя, рука прям проваливается туда. Так, посчитаем зубы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 зубов. Чё так мало зубов? Эй, где зубы? Слышь, ты! Так, давайте еще раз смотрим. Офта такая вся порванная. Ощущение, что-то она была не в том месте, где положено. Все-таки видно, что это не человек, а игрушка. Видите здесь? И прям крепление, шарниры. Так, а ну сможешь на таком расстоянии убить меня? Нет. А вот так вот? А вот так вот? Нет. А! Вот. Ах ты, блин! Это был поцелуй смерти! А я иду на работу в пиццерию. Ой, я какая маленькая. Я могу... Хочется ее так за волосы взять? И дернуть. Да-да. А ну-ка, покрутись, я хочу сзади ее посмотреть. Маленькая куколка такая интересная. А ну-ка, давай на меня. Ну, она ж не убивает, да? Не. Она просто ходит. Ты чё такой быстрый? Плюшевые твари. О, давай поспам их сразу много, а мы посмотрим и на них все. Ребята, какой вам больше всех монстрик нравится? Мне нравится вот этот котик, очень классно сделанный. Вот дремот. А мне вот кролик зеленый. Ого, их сколько! Я думал, их поменьше будет. Что-то их очень много. Ну все, уже пошли повторяться, я вижу, да? Ну да. Ща. У этого, смотрите, прям глаз выпал. И царапины такие прям сделаны. Офигенная детализация. Сейчас укусит. Для Garry's Mod, я вам скажу, это очень редко такие моды классные выходят. Да все, гусенек повторяются. Ну давай какой-то вселись в него и походите. Или походи. Они о, идет. Я, если на тебя буду светить. Но мне сказали, если светишь, типа он не идет на меня. Ну это если NPC, наверное, да? Наверное. Но эти монстрики убивают. А я ж помню, что на хвост становится. Блин, я дернулся, ё-моё. Это все такие стрёмные. Так, ну уже все, это были последние. Так, теперь смотрим вторую часть. Давай. Мама, длинные ноги. О, мамочка, длинные ноги. Я считаю, что в этой серии, ребята, надо все правильно показать монстров, которые у нас есть. Так. Блин, она стрёмно. Ты когда на меня так идешь в VR, это очень стрёмно, ребята. Ну нафиг. Я заради вас таким контентом классным еще и страдаю морально. Это очень стрёмно. Да ну нафиг такую рожу вонючую. Так, ладно, давай, мочи меня. Вякнул, хорошо. Эу. Так, кто у нас там дальше? Следующий идут мне Хаги-Ваги. Они все разного цвета, да? Ну, какой маленький телепиздрик. Но этот убивает, насколько я помню. А ну стой, стой, дай я его рассмотрю. Вам лишь бы поубивать, понимаете, ребята? Им лишь бы убить человека. Так, а ну дай я порассмотрю. Классно сделал. Такой бантик, типа, какой... Я добрый. А видно, какие там зубы, да, у него? Эх, какие зубы торчат внизу. Но эти гранаты там нельзя, да, убить? Ну, проверим. А с РПГ, ну-ка. А, убиваются, пацаны. А, убиваются, да. А то надо много кидать. И гусь с РПГ. Так, как эти зовут челепиздриков? Банзбани. Блин, эти тарелками по башке даст и все. Еще бегает и хлопает. Ты как-то быстро бегаешь, ты не заметил? А ну, иди сюда. Зубы у тебя такие тупые, только морковку ими жрать. А! Ну нафиг. Так, с первого чаптера вот этот, и который может это ходить по вентиляции. Ага, я понял. Ты вот этого пика, я влево. Ну-ка, давайте, пацаны, покажите вещи. А кто из вас быстрее? А он быстрее бегает. А ну на shift, давай зажми shift и посмотри. А, не получается, он такой. Ну, короче, твой быстрее, который по вентиляциям лазит. Да. Так, и Poppy Playtime Extra. Это с игры Project Playtime, где мультиплеер есть. Давай. Бокси-бум. Ой, шкатуле. Насколько я знаю, можно завести. А, это нет, это другому, это я перепутал. Я уже все моды спутал. А-па-па, я побежал, пацаны, побежал. А ну и дай его рассмотрю. Блин, музычка такая интересная. А ну, там что-то в шкатулке есть? Не, просто черная. И пружины у него. Вот эта челюха, кстати, во рту тоже пружина есть, я вижу. Ладно, мочи меня. Ребята, кто досмотрел до этого момента, вы сейчас попадете на эпический кадр. Сейчас Гусанёк поставит всех монстров, и я буду от них выживать вместе с пацанами. Так что, пацаны, давайте, ставьте всех по одному. А я пока весь побегу наверх. Ну нафиг, я хочу жить. Быстрей, быстрей, быстрей. Ого! Это жесть. Так, так, аккуратненько до края подходим. И стоим, смотрим, любуемся видами Garry's Mod. Я скажу, что в виртуальной реальности Garry's Mod это совсем по-другому воспринимается. Я прям чувствую объем этой карты. Она очень такая большая, но не маленькая. Кстати, не знаю, вам видно эти артефакты в воде или нет? Это как-то странно. Ну что, готовы? Да, давай, давай, я готов. 3, 2, 1, вперед! Давай. Музычка такая пошла. Идут, идут, идут. Так, ребята, я успею спрыгнуть. Ну нафиг, я валю. Быстрее, быстрее. О, челепиздрик маленький бежит. Ай, ай, он меня убил. Ё-моё, ты псих, что ли? Так, мамочка, длинные ноги. Ай, за жопу схватил. Так, надо с ними повоевать, пацаны. Под воду они смогут зайти? Красиво. О, не боится, кстати. А в VR, кстати, сложновато целить. Это вам не прицел. Ай-яй-яй, я крякнул, пацаны. Мне кажется, я сейчас сразу умру. Да дайте стрельнуть, блин. Вас тоже убивают, пацаны? Ай! Ай, блин, ты что-то, что вы делаете? Блин, я боюсь. Я их боюсь. А, понимаете, я их очень боюсь. Мне надо бежать. Надо бежать. Отвали. Я его физганом, видели, откинул. Да блин, поймал меня все равно. Так, сюда, сюда. Нет, сюда. А, я даже физган боюсь собирать. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Сюда. Так, мужики, отвалите от меня. Так. Я буду спасать тебя. Стреляем. Так, с этой стороны никого нету. Куда ты? Не вали! Отвалите от меня, монстры! Есть! Есть! Отлично, ребята, я смог отбиться. Блин, какой-то карты замкнутой. Какой-то замкнутой карты сделать выживание, это будет эпично. Я тебе, Гусанёк, помогу сейчас. О, слоник! О, слоник остался. Слоник! А ну давай попробуй его так убить. Очень мало жизни, очень. Гусанёк, веди его к нам, давай. Ребята, ну что, сейчас 1 на 1 разберемся с ним. Давай, иди сюда, щенок. А, я его боюсь. На! На ход. Сколько у него жизни, вы представляете? У него, наверное, 1020, что ли? Может, он бессмертный? Не, он не может быть бессмертным. Не, ну, может, он бессмертный, потому что это же хрюки, по сути. Он не может... Ну да. Умереть. Короче, если сейчас мы не убьем его, то задействуем английский пистолет. Нет, мы его сейчас убьем. Я просто не могу попасть по нему. Он как-то постоянно уклоняется, это жопа, блин. Смотрите, я попадаю уже много раз в него. Вот теперь прям шар... А нет, отскакивает просто. Пацаны, он за мной. Он не за мной. Со всех орудий открыть огонь! Ай, спасибо, пацаны. У него там хп. Да я не понимаю, мы вообще сможем его убить? Давайте просто постреляем по красоте. Можно... Смотрите, как я красиво шар животом поймал. Молодцы. Прощайте. Ай! Мне кажется, мы его не убьем, пацаны. Все, тогда действовать его. Да, давай. Админский пистолет рулит. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Гусанёк как сюда подрывает все.